Здравствуйте. Итак, как побороть страх полетов? Любой здоровый страх, то есть тот, который не является иллюзией, он имеет отношение к реальности. Например, вы уже были в авиакатастрофе или вы уже падали. Тогда все логично, это понятно, вы боитесь обоснованно. Если же данной ситуации не было, то этот страх является нереалистичным, он иллюзорный. По какой причине? Их всего две. Первое – это отсутствие внутреннего ощущения безопасности. Вам не кажется, что вы человек в себе уверенный, у вас нет внутренних опор в виде уважения, поддержки, то есть отсутствие веры в себя. Это первое. А второе – это желание все контролировать. По какой причине мы боимся полетов, высоты, боимся замкнутого пространства, змей, пауков или глубины? Мы не в состоянии держать под контролем эти процессы. Если вы привыкли контролировать себя, окружающих, все свое пространство, то это будет логично, что вы сейчас не ощущаете себя в безопасности, и этот страх вами не управляем. Если вы избавитесь от этих двух причин, а основа им формирования уверенности в себе и внутренней поддержки, страх обязательно пройдет. Я вам гарантирую.